Всем привет, ребят. Ну что, можете меня поздравить. Мы добились максимальной силушки на сегодня в игре, которая есть. Плюс там еще немножко можно будет подкорректировать. Но мы взяли максимум. То есть на сегодня это максимальная сила, которая есть в Castle Clash. То есть в битве замков. И сегодня мы будем тестить опять же топовых героев, 13 прокачек. Большинство я вам показывал прошлую битву гильдии СО плюс Талантики. Сегодня я хочу собрать очень интересный состав. Дефный состав, то есть максимальный деф. Попробовать вытащить с отхилом плюс с новой чаркой. Такс, давайте я сейчас подберу героев. Берем дерево. Попробуем, знаете, так, чтобы все максимально включились, сразу поставим ремку сначала. То есть такой вариант. Ставим сюда ангела. Дальше берем Сиэтну. Ставим сюда каменку. Ну, так как она быстро набирает, это не дерево. Так, дальше берем ворожея. Так, чтобы его не пробивали. Так, Фрэнки мы брать не будем, мы поставим сейчас сюда Гаргула. Так, у нас такой вот Лазуля стоит. Вместо него мы возьмем сюда Дрейка. Можно было бы, конечно, с выживанием протестировать, но я хочу, знаете, так, по максимуму деф попробовать. Так, и сюда попробуем. Сейчас выберем, кому мы возьмем такого интересного. А, берем розу сюда. Вот. Пробуем розу, так как она бьет процентуально, по идее, у нее обалденнейший деф. Она должна. Можно было бы попробовать стрелка, но я хочу именно розу. Она себя еще дополнительно отхиливает и дефит. Можно было я бы бабку попробовать, но давайте пока так. То есть такой вот вариант. Тоже ставим ей сюда каменку. Ну, урон ей не нужен, ей и так хватает. Так, давайте с кого-то снимем. Так, и сюда ставим цепа. Вот такой вот вариант. Сольемся мы, не сольемся. Попробуем просто вот чисто ради интереса посмотреть, что у нас получится. Ну вот, как видите, вот мой деф реальный. То есть у меня сливы половина, 50% сливов всегда есть. Так, поехали искать противников. 420 это, наверное, маловато. 570. 590, 600, 500. Так, окей, давайте начнем отсюда, посмотрим. Мне за него дают 2700. Неплохо. Это мне нравится. 30-е прорывы смотрю. Ну окей. Стартуем с розы. Так, Фрейка закинула нам. Смотрим. Посмотрите на этот деф, я себя сейчас просто уберу. Вот так вот, смотрите сюда, ребят. Это просто жесть. Космо бьет, он мне помогает, но посмотрите, 6 героев просто стоят, им пофиг. У нас дает деф Гаргул, у нас дает деф Дерево. Плюс Седна еще подхиливает. То есть, соответственно, у моих героев, по сути,
Давайте я вот так вот увеличу. Урон по ним 20, а от хила у них от гаргула, от седны, от питомцев, от ворожея. Некоторые сами то есть себя хилят. В итоге вот вам вся битва гильдии. Если есть Фрея, мне это просто пофиг. То есть, по сути, донатных героев, как бы, ну, от дерева только слили. Донатных героев как таковых нет. То есть, ну, конечно, вы не соберете деф такой на бездонате. Ну, со временем, когда-то, может, через лет 10 соберете, но сама суть. Вы можете себе спокойно идти в лоб и не париться. Хотя, я думаю, что если мы сейчас встретим где-то недомогание... Вот. Ну давайте начинать. Ну они не пробивают просто. Как видите, там десятая часть пробивается, может, все. Вот так вот, то есть пробить нереально. Столько дефа. Сейчас попробуем, может, найдем где-то вот 30-е, ну поехали. Может все-таки затащить. Ну, я думаю, тут надо все фул 30-е. Ну, Фрея просто такой состав. Я думаю, мы такой же состав затестим на атаке фортов. Попробуем. Посмотрим, что они смогут сделать. Единственное, что смотритель и то, я думаю, смотритель ничего не сделает, потому что не пробьет. Даже если пробьет, героя не пробьют, а отхил у нас будет включен. Ну, так вот, то есть битва гильдии еще раз просто не актуальна на сегодня. Давайте просто чисто Дрейка запустим ради интереса. Правда, у меня тут по отхилу нифига нет. А, видите, его все-таки нормально подбивают. Ну, на нем отхила нет, на нем просто чисто трэш. Панчбокс. Вот смотритель хилит. То есть, по сути, 51% бьет Фрея, бьет Бугич, бьет Рогатка. Некрос еще там что-то пытается сделать. Ему просто пофиг. Его смотритель, вот видите, нету недомогания и просто соло. Просто соло убивает все. Причем у нас стоит панчбокс, был бы у нас ангел на нем. Без проблем. То есть вот так вот. 531. Ну, я думаю, тут тоже тот же самый вариант. Давайте просто вот в лоб по одному повысаживаем. Вот, посмотрите на урон внимательно. 35 тысяч там. Вот он отхил получает, получается. В два раза увеличенный от смотрителя. Ну, надеюсь, убьют. Вот хиляется им пофиг. Да, он не дамажит, видите, все-таки лазуля его блочит. Он не дамажит так, как должен. Там еще юниты есть. Ну, попробуем. Посмотрим сейчас. Просто жесть, ребят. Ну, понятно, он тут не набьет, потому что не дают активироваться. Давайте тогда всех докинем еще сюда. Докидываем бригаду. Сейчас посмотрим, что у нас в итоге получится. Ну все, включилась Роза. Да, свидос. 100%. То есть, как видите, противники 2700 дают. 13677. Ну, это опять же, это не максимальные противники, к сожалению. О, ничего себе. Давайте ради интереса уже пробежимся в рейд. Вот интересно еще в рейде посмотреть. Может, кого-то встретим. Или давайте вообще пойдем в топ.
интересно просто посмотреть, как против топовых будет по ляму. Тут 30-е прорывы, так, тут какая-то печаль. Пофиг, вот тут, кстати, он должен меня ушатать, по идее. Почему? Потому что тут и Фрэнки есть. Просто жесть. Я фиг, малыш Ник. Я не знаю, от кого он собрал этих героев. Там малыш Ник этот. Стрелок. Но это просто ты себе выкинул всех и... Идешь отдыхаешь. Да, может смотритель, конечно, убить. Но вот это, ребят, против топовых раст уже. То есть это топ 11 или какой в списке. То есть донатный тоже. То есть максимальные прокачки. И, как видите, бесполезно. Гарпия типа понижает, но толком ничего сделать не может. Землеройка блокирует навыки. Тоже как по мне бесполезно в такой малышник. Не знаю против кого он такой дав сделал, но как по мне разбирается на ура. Можно просто даже тем же самым Ронином зависнуть без проблем. Единственное, что Франки может быть. Короче, ребят, такой вот состав. Просто изи. Изи состав, я бы так сказал. Вот еще одного давайте посмотрим. Я думаю, тут... Так, вот, интересно. Тут, кстати, интересно будет. Вот этот может затащит. 30-й космо. Фрэнки. Ну, в принципе, если у нас будет по чуть-чуть включаться землеройка, я смотрю, да, этот может затащить. Видите, блокирует. Недомогание срабатывает. Вот. То есть, если у вас на героях не будет недомогания, по сути, у вас пройдут еще намного легче. А вот этого, видите, 15%. Но, опять же, это плюс-минус, скажем так. Все проходится, показывало, то есть, немножко другие герои. Никаких, скажем так, проблем. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.